человек, я девушка. Я имею точно такие же права, какие имеет любой мужчина, как и любой мальчик. Сегодняшний перформанс для меня это что-то необыкновенное. Такого рода перформанс это больше опора и поддержка для меня, и это больше вот какой-то толчок для того, чтобы я что-то делала, а не просто сидела на месте. Это тема, которую действительно стоит затрагивать и стоит поднимать данный вопрос. Почему? Потому что мы сталкиваемся с дискриминацией по гендерному признаку буквально каждый день. Egalitate înseamnă unire, putere, răbdare, speranța atunci când toți suntem uniți împreună. Мне всегда очень нравилось это искусство, я всегда хотела рисовать на стенах, но никогда не доходили руки, потому что я очень боялась. Равенство между всех, это будет нам на пользу и будет намного хорошо в обществе. Adesea cuvintele pot fi înțelese greșit, însă un mesaj transmis printr-o imagine есть интерес для персоны мой симплу. Сейчас у нас вот яркий пример того, как мы через искусство общаемся с молодежью и продвигаем такие ценности, как равенство.